És nehéz, papkos! Прошу вас обратить на это внимание. Налоги будут снижаться. На нашем пляже творится какое-то дерьмо. И мои яйца говорят, что надо выяснить, в чем дело. Мои яйца говорят, расслабься, чувачок, забей. Там хрытес, ще деда... Вечернее платье, стоя лицом к стене, я вижу свежие шрамы. Kevin, das ist einfach so dumm. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. А речь идет о том, какой быть церкви на Украине. Божией или лжецеркви. Стоп, 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 стоп. Чё, блядь? Сука, мохлет. Уже конец. Идите домой. Всем участникам сделки должно быть 18 лет. Мне сегодня только 13 исполнилось. Сколько? 13. Я вас поняла. Спасибо за уделенное время. Вы чувствуете, как вращается земля под вашими ногами? Слушание проекта о запрете пропаганды гомосексуализма в Казахстане сорвалось. Короче, мы с пацанами в бар, чисто по бокальчику и по домам. Алло, Настя, а мы тут случайно решили поехать в Амстердам. Да, буду через пару дней. Осторожно, осторожно! 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 Не бери ее, будь предельно осторожен. Что бы ни случилось, тебя могут схватить в любой момент. Hey,
Ты ремонт делаешь? Умничка. Так держать, умничка, молодец. Давай, давай. Продолжай. Продолжай, хорошая. Да пошел ты, сука! Не ругайся, сын! Господь слышит нас! Иисус! Что? Нас раскрыли! Сваливаем! Как ты починил машинку? Пусть машина служит долго. Аминь. Окей! Это очень сложное упражнение. Что, солнышко сможете сделать? Смогу, но не сейчас. А чего? Отходите, сейчас солнышко будет делать. О, нет. Как сосиска. Что ж меня? Пили. Ой, извини. Я делаю подъем пирогу специально для вас. Хорошо. Чтобы, потому что вы меня обидели, говорится, сосиской назвать. Давайте куртку подержу. Из куртки.